Всем привет, канал Веб-рассказ. Под моим видео «Украинский манифест. Я завидую этим кацапам и москалям» появился довольно интересный комментарий, и я хочу вас с ним ознакомить. Борис Гатажуков. Я кабардинец, кавказец, адык, черкес. Называйте как хотите. Для некоторых я хач, чурка. Но сейчас не об этом. И ни разу не славянин. Однако скажу одно, я россиянин. Я люблю Россию, для меня русские – это соседи, товарищи, друзья, а для кавказца друг значит не меньше, чем брат, а иногда и больше. Это те, с кем мои деды воевали бок о бок с фашистской нечистью, это те, с кем мои прадеды вместе воевали в Первую мировую, те, с кем поднимали мою родину после ужаса и хаоса Великой Отечественной войны. Это те, кто прикроет мою спину, если, не дай бог, будет война. И они не раз это доказывали. И вот вы, украинцы, объясните мне, кавказцу, почему вы предаете своих братьев по крови славян? Почему мы с ними, и они с нами столько сотен лет, а вы при любой возможности бежите от них, плюете в своих? Почему вы не понимаете, что одних вас сожрут и не заметят, и только мы все вместе можем выстоять? Нам, мусульманам, и особенно кавказцам, свойственен фатализм, мы считаем, что нам определено время, и что бы мы ни делали, мы умрем в назначенный час. Так стоит ли это время тратить на вражду между братьями и соседями? Не лучше ли вместе бороться с нашими врагами, прикрывая спину друг другу, и в назначенный час нашей смерти встать перед Всевышним в полный рост и с чистой совестью, осознавая, что мы жили с честью и не предали никого? Под этим комментарием вы видите, сколько лайков и отзывов. На этом все. Всего хорошего. Ссылку на этот комментарий я дам, как обычно, в описании и продублирую в комментариях. Канал Веб-рассказ. До свидания.